Святочным концертом у Гомеле завершилась громадско-культурная акция «Моей краине». Пляцовкой для ее проведения стала зона отпочинку пруды у Новобелецким районе. На мероприемстве побывала и наша здымочная группа. Ближе до завершения працовного тыдня зона отпочинку пруды у Новобелеца заиграла множеством ярких фарбов. Гостям свята обещали позитивные эмоции и уражения, а так само шмат занятков на любой густ и узрост. Працевали интерактивные пляцовки и уличное кафе, проводили конкурсы и викторины. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы в вечер створить соправдную душевную атмосферу. На самом деле очень замечательно, что в пятницу, в летний, вот такой хороший день, организовали такое мероприятие. Очень много молодежи, очень много выставок, хороший концерт и то место, где могут все встретиться с разных районов, сюда здесь собрались. Те, кто неравнодушен к своей стране, к своему городу, кто на самом деле его очень сильно любит и трепетно ко всему относится. Со своей атрибутикой разместились пляцовки громадских объединений, которые презентовали себе и рассказывали больше про свою деятельность. Кто-то очень мудрый придумал такое название для нашей организации, потому что все, что мы делаем для того, чтобы наша страна становилась еще лучше, еще краше. Земля под белыми крылами, как сказал замечательный классик, и вот это вот, ну, символ чистоты присутствует во всей нашей деятельности. Мы помогаем всем, ну, нуждающимся. Мы охватываем весь вот, людей от рождения, что называется, и до глубокой старости. Для самых маленьких працавали горки и батуты. Организовали катание на конях и спортивные гульни. Футбол, гандбол, хоккей на траве и многое иншее. Можно было поспоборничать у армрестлингу, поднять тигиры, сгулять ударц, шашки и шахматы. Працавали выставочные зоны и аквагрим. Тем часом на сцене выступали лепшие творчие коллективы областного центра и артисты Гомельской филармонии. Гости подтримливали их гучными аплодисментами, подпевали у так знакомых мелодий и навод танцевали. Я хорошо ближе, давай еще ближе. Ты притеснись разом, со мной держи счастье. А где ж я, но ближе, но не дано разом. Танцуй со мной ближе, ой-ой. Отпочить и послухать музыку на свято пришли наваты, кто на протягу долгих месяцев не мог себе этого дозволить. Урач Наталья Дмитриева говорит, что этот год выдался соправды тяжким для медицинских работников. Однако белорусы сдолели годно справиться. Развитые страны мира – Испания, Англия, та же Италия. Посмотрите, что творится. Говорю, как бы наша медицина не считается на высшем уровне. Считается, что у них лучшая медицина. А по факту что получилось? Из песни слов не выкинешь. Там вывозили вагонами людей, которые умирали от этой инфекции. У нас же это единичные потери, причем это потери были действительно тяжело уже до этого больных пациентов. И как очень было приятно слышать из уст президента, как он говорил, спасибо огромное нашим врачам, потому что мы эту, как он говорит, чуму победили. У своих почуттях до родимы признавались и іншие гости свята. Тамара Якушева, якая завітала на мероприемство, каже, я еще раз переконалася, насколько Беларусь богатая на таленты и как изменилась обличье города за последние годы. Я только за Беларусь, я только за стабильность, за наше спокойное завтра. Посмотрите, как похорошел наш город буквально и хорошеет с каждым годом, с каждой весной. В нашем городе появляется что-то новое, 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 что привлекает, кстати, не только нас, местных жителей, но и гостей, кто приезжает, все отмечают, что наш город очень красивый, очень уютный. И самое главное, что он очень доброжелательный. Белокрылое небо синее, крылья синие пушки отбираю, там за усмешкой широю, милая родима моя. Ганна Каральчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».